Всем генон, друзья, с вами Пуховик, и сегодня мы будем играть в странную мою РПГшку про зомби, которая так называется «Зомби съели мою пиццу». Пуховой микроплей. Что ж, давайте-ка посмотрим, что нас ждет здесь интересного. Я выполнил первый квест. Первый квест заключался в том, что мне нужно было выбрать хорошее имя. Ну, я думаю, имя Пуховик вполне себе хорошее для игры про зомби, которые съели мою пиццу. И давайте возьмем квест. Симуляция мутации, что ли. Что-то типа того, наверное. Давайте-ка посмотрим, что это за задание. У нас тут нас пока обучают. Вот видите, боевые перчатки. Давай, equip. Отлично, я надел боевые перчатки. В перчатках с зомби сражаться гораздо проще, чем без перчаток. И это, я думаю, факт. Так, что мне еще надо взять? Отлично, завершили мы квест. Видимо, надо было надеть перчатки. Так, и квест теперь по скиллам. Нас сейчас научат пользоваться скиллами. Отлично, клик, клик. Вот мы можем улучшить гранату. Она будет больше дамага наносить. Отлично, можем апгрейдить. На 7-м уровне откроется черная дыра, потом всякие другие способности. И это довольно-таки весело. Ну, давайте-ка улучшим нашу гранату. Окей, улучшили гранату. Отлично, мужик. Мужик нам говорит, что мы молодцы, мы выполняем все квесты как надо. Итак, надо обыскать периметр базы. Отлично, периметр базы, первый квест. Давайте же туда и отправимся, посмотрим, как там зомби воруют нашу пиццу и вообще в чем-то заключается. База Альфа. В общем, за нас еще солдаты есть. За нас есть солдаты дружественные. И давайте убивать всех зомби. Отлично. Ну, я, по-моему, это вообще весело. Это, по-моему, шик-блеск. Шик-блеск, как весело. Это здесь что-нибудь взять мы можем? В общем, открыть? Нет, не можем. Использую скиллы. Это гораздо полезнее. Видите, мы энергию тратим, чтобы юзать скиллы. Воу-воу-воу-воу-воу, ты что ж такой дикий-то? Отвали от меня, я не люблю тебя. Я не люблю, когда меня зомби пытаются поцеловать или даже съесть. Особенно, когда они пытаются меня съесть. Что ж ты такой последний-то остался? Все, отлично, миссия выполнена. Нам дали атакующий кристалл две штуки, золото и какие-то души. Это души тех самых зомби, которых мы убиваем. Так, первая перезарядка какая-то. Давайте-ка посмотрим, что это означает. Recharge. А, нет, это нас кидает на какую-то страницу. Это мы можем за креды покупать себе сыр чеддер. И, видимо... Видимо, это какая-то полезная хрень. Зомби-костюм пак, всякие золото всякое. Ну, ладно, нам это не интересно. Мы пока будем справляться с обычными квестами. Отлично, взяли квест. Так, я думаю, мы здесь можем даже друзей приглашать и играть с друзьями. Видите, даже присоединитесь в клуб зомби. Там наверняка всякие модные зомби ходят, разносят вам пиццу. Так, а почему я один? Почему тут солдат нет никаких? В прошлый раз были солдаты, было не так страшно. Не так стрёмно. Ой, особенный бронебойный зомби. Умри, особенный бронебойный зомби. Еще один был бронебойный зомби, но что-то тоже не особо-то был бронебойный. Не настолько крут. Ого. Ого. Ого, вот это. Вот это дядька полиглот. Отличная миссия выполнена. Это было слишком легко для пуховика. Так, атак кристалл. Отлично. Еще надо разобраться, что эти атакующие кристаллы нам дают, собственно. Давайте-ка посмотрим, может быть, в скиллах что-нибудь открылось. Нет, мы теперь можем... Мы 6 уровня, мы можем прокачать себе гранату. Немножечко, да, прокачали. Хорош, наверное. И скоро откроется у нас способность черная дыра. Так, у персонажа что у нас есть? Винксы, крылья, титул. И просто наш персонаж. А в инвентаре что у нас есть? Лакбокс на 10 уровне откроется у нас. Ладно, больше у нас ничего нету. Это печалька. Шоткат, что такое? Зомби ate my pizza, 30 чеддера нам дали. Это, в общем, ярлычок этой игры. Если мы поместим на рабочий стол, то нам дадут 30 бесплатной местной валюты на халяву. Окей, окей, учтем, ребят. Так что, если вам понравилась игра, обязательно ярлычок этой игры выставляет себе куда-нибудь на рабочий стол, и вам еще и за это бабла дадут местного.
Это довольно-таки круто, если учесть, что делать для этого практически ничего не надо. Так, опять толпа зомби. Ну давай, 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 идите-ка сюда. О, черная дыра, отлично, открылся новый скилл. Практически. Клик. Клик to get. А где он? А, я его взял, да, все. На Е, черный. О, отлично, она всех притягивает и просто уничтожает. Это здорово. Это здорово. Черная дыра делает свое грязное черное дело. Ой-ой-ой. Взрывайся давай. Бомби. Отлично. Ой, как замечательно, они все дохнут. Ой, все, миссия выполнена. Фу, делов-то. Опять атакующие кристаллы какие-то. Я до сих пор так и не понял, что с ними делать там надо. Ну да ладно, я думаю, нам попозже объяснят. Довольно-таки ничего, ребят, симпатичная, приятная графика в игре. Только жалко, что персонажей очень мало. То есть тут всего 4 модельки персонажей. Типа 2 солдата и 2 вот таких товарища, как у меня. Высокий крит шанс и там что-то еще. А есть солдат, у которого большая атака и защита, наверное, что-то в этом роде. Привет, привет, мужики. И ты должен, в общем, защитить ворота, наверное. Я не буду особо в сюжет игры тут вдумываться. Кстати, видите, когда это начинает пиликать, то привлекает зомбяшек. Опс, аккуратней будь, аккуратней будь. Спокуха. Так, нам показывают направо. Ой. Ой-ой-ой. Ой, как там все печально-то. Что там происходит? Ну-ка, давай-давай-давай туда. Черную дыру. Черную дыру. Да не пойти бы ли тебе в черную дыру? Урод. Ой. Ой-ой-ой. Давай, умирай, умирай от черной дыры. Отлично. Отлично, миссия выполнена. Но я так понимаю, это что типа все-таки тренировочных миссий, то есть они урона пока особо не наносят, и я думаю, проблем-то у нас не будет. 40 поинтов стамины. А, то есть видите, мы в день даже можем только определенное количество миссий выполнить, потом у нас кончается стамина, и нам нужно ждать. То есть все-таки, чтобы здесь не перекачивались всякие трузодроты, для этого сделано. И чтобы покупали сыр чеддер, чтобы тратили боссы. Так, нам открыли новые пушки. Вот, отлично, первого уровня у нас есть. Апгрейд. До второго уровня апгрейднули, отлично. ДПС стал 50, а еще апгрейдим станет 70. А, вот, за души. Required soul. Так, required soul. А у меня душ 420. Отлично, мы апгрейднули сразу на 2 уровня. Это здорово. Вот, можем черную дыру улучшить, либо еще гранату улучшить. Ну, я не знаю. На боссов не действует. Кулдаун 12 секунд, 35 энергии. Мне кажется, граната гораздо эффективнее. Она. А, вот, видите. Атак кристалл нужен. Один атак поинт. В общем, что-то прибавляет. В общем, для скиллов-то нужна эта хрень. Чем больше атак кристаллов, тем больше у нас мощность будет. Угу. Ивент-центр. Что за ивент-центр? А, распродажа. А, стазис с чемпионом. Всякие ивенты. Бонусы. Хренонусы. А, в общем, если покупать за бабки всякие фишки, то здесь вообще много-много чего открывается. Но я не знаю. Я никогда, по-моему, не тратил на такие вот простые игры. Что, баблинское какое-то. Вот, отлично. Давайте оденем эту хреновину. А этот номер порядковый, блин. Дамаг плюс 5. Отлично. Отлично, взяли в руку. Что это? Патроны, наверное, какие-то. Кольцо. Дамаг плюс 5. А здесь хп плюс 50. Рубин. Дамаг плюс 50. Сокет гем. You couldn't have one. Need 3 more to socket or upgrade. То есть нам нужно еще 3 кристалла. Еще 2, точнее, чтобы было всего 3. Чтобы мы могли вставить в оружие, я так понимаю. Если я, конечно, все правильно понимаю, да. Ну ладно, давайте-ка еще миссию выполним.
Давайте выполним еще миссию. Да, я крутой мужик, у вас есть для меня задание. Да, погнали, тогда выполнять крутые задания. Armored Depot, Active Quest. Окей, здесь у нас хранилище патронов, так понимаю. Судя по названию, конечно. Subgun. Ух ты, отлично. Click to get. Subgun. Ой, автоатак. Ой, смотрите-ка, он автоатакует этим сабганом. Класс. Классно. Но это полезная вещь. Дополнительный урон нам никогда не помешает. Ого, телепортируешься, что ли, собака? Ой, я меня укусил. Что я просто неправильно немножко кинул. Неправильно гранату кинул. Давай, черная дыра. Ой-ой-ой, сучельдосина. Она... А я все говорю, что они урон не наносят. Еще как наносят. Все, убили. Убили басиху. Бастую басиху. Хватит меня стрелять. Повик, хватит это терпеть. Пора и всех уничтожать. Вот смотри, какая мощная. По 45 уже. По 45 уже дамаг. Какой-то Гитлер. Гитлер-зомби. На твою... Я как к нему подойду-то вообще? Да давай же уже. Не, ну это как-то несерьезно вообще. Это совсем несерьезно. Ой, все. Изничтожили. Я просто рад. Это что такое? Это что, мать твою, идти такое? Это же нахрен долбанный самолет! Истребитель гадский! Воу-в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 оу! Ты поаккуратней будь! Все. Пуховик настолько крут, что он, блин, в одиночку загасил целый, мать его, истребительский истребитель. Уф, отлично. Так, ну ладно, мы... Давайте, мы выполнили. Скажите нам, что мы молодцы, и дайте нам пару уровней. Стэйдж почищена. Это хорошо. Опять атакующие кристаллы нам дали. Мы сможем теперь проапгрейдить себе скиллы. Так, отлично. Да, мы захватили... Аммо саплай, скажем так. Так, что там? Вау, на военную базу. Это у нас был корабль наш, а теперь мы на военную базу переместились. Здесь все по-другому. Здесь другие люди. О, смотрите, чувак какой с крыльями. Вау, да нифига ты. Армкэш, что такое? А, еще не открыт. Ну ладно. Так, здесь задание. Это что, единичка, двоечка? Может быть, ПВП уже? Мистери шоп. Что такое мистери шоп? Ой-ой-ой, сколько голды эта вся хрень стоит? Диаграмма. Can be synthesized to synthesize sapphire. Ладно, пока непонятно. Всякие диаграммки, всякие хпшки. А, пока не совсем понятно, что эта хрень делает. Так, а ты что продаешь? Ты продаешь осколки кристаллов. Смотрите, дамаг плюс 1200. Ой-ой-ой. Это 6 уровня. А рубин 300 дамаг аж. Охренеть. Охренеть. Ой, можно за голды покупать вооружение. Но это очень дорого. 30 тысяч. У меня пока нет таких денег. Я слишком беден. Так, а давайте-ка попробуем скиллы прокачать. Да, у меня как раз есть два кристалла. Слушайте, это сложно качать на самом деле скиллы. Это, смотрите, ради 2% я потратил целых 10 над этих камней потратить атакующих. Но миссии можно переигрывать по несколько раз, поэтому... Нормуль. Search for hiding alcove. Так, ну давайте еще вот эту миссию пройдем. Нормуль у нас сейчас автомат всех уничтожает. Он прокачан, он крутой, он просто модный. Да давай же уже убивай их. Всех до единого вали. Ну это шикардос. Мы еще и критами их долбим. Мы просто автомат у нас. Автомат просто... Я не знаю, автомат просто пулемет.
Это все? Это все? Это вся миссия была. Всего-то лишь слабачки. Я-то думал. Ха! А тут пришел пуховик и всех. Но тут пахнет немного пиццей. Странно. Нам ее еще не завезли. Что ж, значит где-то здесь пицца. Саплай, надо поискать. Нет, не будем искать. Ладно. Так, ну мы выполнили квест, давайте нам награду. Отлично. Отлично. Нам дали уровень, уже 12 уровень. 2200 бабла. Ну давайте еще один последний уровень пройдем. И посмотрим, что мы там получим за него. Ой, как вы сдохнете-то. Как словача-то просто. Нет, но все-таки граната это сказочная такая вещь, которая и быстро перезаряжается, и дамага много наносит. Ой, и мы опять выполнили очень быстро, очень легкие, пока миссии идут, ребят. А, ну в общем, что я могу вам сказать, ребят, ссылочка на эту игру будет, как всегда, в описании под видео. Переходите, играйте, прокачивайте своего солдата мега крутого. А, играйте с друзьями, здесь наверняка где-то можно приглашать друзей, я практически... Вот пати можно делать, да. Наверняка здесь где-то можно и друзей приглашать. Я надеюсь, вы в этом разберетесь. А, можно пушку, смотрите-ка, можно пушку улучшать, кстати. Класс. Класс. Мне это нравится. Прикольно, прикольно. А, и что? В общем, играйте, развлекайтесь, ребят. С вами был Пуховик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего хорошего. Пока-пока, ребят. Если холодно зимой, покупай ты пуховик. Если денег до хуй, покупай ты пуховик. Он спасет тебя всегда, твой китайский пуховик. Ты видосы зацени, поставь лайк и подпишись.